Армена Рустамов, игрок команды Милан. Честно говоря, сложная игра была сегодня, но мы так этого и ожидали. Как не как дерби итальянское Милан-Интер, кто знает, тут в курсе. Все высокие у них, очень тяжело, борьбу практически мы всю проиграли. Ну, удалось хоть низом хоть что-то показать. А так, в целом, конечно, мы такую игру и ожидали. Сами своей игрой сегодня довольны? Своей игрой недовольны, конечно, можно было сыграть лучше. Ну, команда играет так, как позволяет соперник, поэтому здесь больше нечего, в принципе. Спасибо. Спасибо. Ставьте. Капитан Интера, вечно там Алексей. Впечатление от игры? Впечатление от игры, честно говоря, очень подвело освещение. Поначалу все, что задумали, все осуществляли. Прекрасно даже комбинировано. Под конец, конечно, подсели. Плюс свет вообще не видно ничего. Это очень подвело сыграло. И под конец, конечно, мы пропускали. Ну, считаю, не по делу. Так соперника давили, хотя довольно сильная команда. Так что будем стараться в ответную встречу. Будем веселить каждую.